Так, это у нас Успенский собор. Сумская. Это у нас зеркальная струя. Харьков, 26 августа, 17 год. И 18:17 по Киеву. Зеркальная струя — один из символов 12 города Харькова, официально утвержденных. Это церковь Жон Мироносец, отстроенная не так давно, буквально в 2014 году она еще строилась. А снесена была в начале 20 века после революции. Быкова. Сейчас мы его немного с другого ракурса снимем, чтобы чуть лучше его видно было. А пока Хнотоп. Харьковский национальный, я так понимаю, театр, академический театр оперы и балета. Он Быков. Сегодня суббота, народ отдыхает. Суббота ж сегодня, ничего я не путаю. Красота. А здесь у нас наконец-то открыли ту часть сада Шевченко, которую долго и нудно реконструировали. Красоты стало место неимоверное. Да, добраться сюда как добраться. Там впереди дальше площадь Свободы и метро Университет. Лучше всего добираться оттуда. Это буквально несколько сотен места, несколько сотен метров. Так, а здесь проходит 50-я параллель северной широты. За акустическое сопровождение извиняюсь, конечно. Я честно прождал здесь 15 минут. Не то, что песня не закончилась, а даже припев не начался. Харьков — самый крупный город на 50-й параллели северной широты. В честь этого памятный знак установлен. Он буквально идет по 50-й параллели, то есть это не символически, а именно так, через Харьков, через Сумскую, проходит 50-я параллель. Так, тут у нас памятник Архангела. Уж не знаю, на могиле или просто так. Архангелы умирают. Что это за волчьи ягоды какие-то? Бог его знает, умирают, не умирают, но по идее Бог их все должен знать. Месту Харькову написано.
клумбы. Конечно, самый большой сейчас признак проведения реконструкции — это клумбы. Они просто шикарные. Их много, их очевидно поливаю. Там детский городок был и раньше. Я представляю, как по нему соскучились детки. Почему бесплатный городок, господи, люди приходят, дети играют, мамы сидят. Сейчас там где-то и мой сидит. О, это загадка для меня, что за памятник. Судя по всему, судя по позе, вечеру пятница. Так, дальше у нас аллея звезд. Меленде Манжо, Владимир Фокин, Алла Сурикова, Дашкевич, Богдан Ступка, Пьер Ришар, Фатеева, красавица Фатеева. Максим Дунаевский. Как для пианиста очень маленькая ладошка. Остап Ступка. Это сын, я так понимаю. Ален Делон. Затерли бедненького. Ты посмотри. Прикоснуться к великому. Мишель Мерсье. Ай, красавица. Даже читать не буду пытаться. Так, что еще? Да, ну газоны тоже, конечно. Просто красотища. Вон он, фонтанчик. Но фонтанчик закрыт не был. Там где-то есть зимняя видеозапись на канале, где сделали... Водой заливали в мороз этот фонтан, и получился огромный ледяной сталагмит с подсветкой. Вот не вспомню, сталагмит или сталактит. Ну, по-моему, все-таки сталагмит. Так. Это памятник Кобзарям. Сломанная бандура. Вооружено на пожертвы громады. Да, есть такая история. В Харькове на съезд бандуристов собрали кобзарей. Боже, как по ней приятно ходить. Собрали бандуристов, кобзарей, и перебили. Уж не знаю, насколько история достоверная, но даже фильмы по этому поводу есть сняты. Да, место для отдыха, конечно, стало шикарное. Там высадили какие-то растения, очевидно. А что же еще могли высадить, кроме растений, высадить в повитре? Да. Ну и вот они, клумбочки. Сейчас у меня есть интернет. Просто красотища. Памятник Шевченко. О,
Опс. Против солнца. Ну, в общем, великолепно. Что тут говорить? Просто великолепно. Молодцы.